Всем привет, вы находитесь на канале Big Fire Apple, и сегодня я вам расскажу, как разобрать и почистить ваш пенни, если он вдруг стал грязным и скрипит. Итак, что же нам для этого понадобится? Конечно же, специальный ключ для разборки скейтборда. Такие продаются везде, стоят рублей 700, но я заказывал с eBay за 150 рублей. Также нам понадобится силиконовая спрей-смазка. VD-40 у меня закончилась, можно использовать другую для машин, например. Итак, давайте же приступим к разборке. На пенни используется вот такой вот шуруп, поэтому используется эта часть. На больших скейтбордах используется вот такой вот ключ, который тоже идет вместе со всеми ключами. Начинаем разбирать против часовой стрелки. Откручивается это все дело. Вот, первая шайбочка и еще такая вот заглушка. Главное, их не потеряйте, а потом, потому что вы не сможете их нигде найти. Ну, найти, конечно, сможете, но это будет очень проблематично. Откладываем их в видное место, чтобы не потерять. Дальше снимаем вот такую вот резиновую херовину. Вот так вот она выглядит. Ее мы тоже сейчас помоем, только снимем все. Дальше просто вот такими вот движениями снимаете. Вот ее мы сегодня как раз и будем чистить. Также снимаем остатки. Это вот такая вот металлическая фиговина и резиновая. Ну, извините, что я не знаю, как это называется. Делаю второй раз в жизни. И вот что у нас, в принципе, осталось. Идем мыть. Теперь моем запчасти. Главное, чтобы они у вас не упали в раковину. Поэтому закрываем ее. А теперь все, что осталось, тоже моем в воде. Ну, не обязательно это делать, главное потом хорошенько это все дело смазать. Теперь берем вот такой вот гель-смазку, и, как я уже сказал, для машин можно брать, это не важно. И заливаем в это вот место. Пускай там будет ее много. И не бойтесь, она ничего не сделает, просто хорошо пропитается. Короче, во всех местах надо смазать ее. Чтоб нигде ничего не скрипело. Можно даже эти шурупчики. Неважно. Дальше, что мы делаем? Берем самый низ и собираем его, в принципе, обратно. Так это все делается, чтобы здесь ничего не скрипело. Можно покрутить. Сюда тоже сейчас гель капнем, чтобы все было просто идеально. Так, тут лишняя водичка, ее надо слить. И оставим только масло. Все отлично тут встало. Дальше одеваем вот эту вот вещь. Проверяем, колеса хорошо крутятся. Хорошо. Так, чтобы колесо хорошо еще крутилось, можно сюда вот капнуть спрея и крутануть. А лучше даже просто потом одеть и прокатиться, чтобы это хорошо все пропиталось и было очень все быстро. Вставляем. Главное посильнее, чтобы не было скрипа. Капнем сюда тоже спреем, чтобы все было чики-пуки. И присобачиваем эту вещь. Главное до конца, чтобы все хорошо держалось. Дальше ставим вот эту вот, буду называть ее пломбу. Тоже посильнее. И закручиваем. Изначально пальцем, потом докручиваем уже ключом. По часовой стрелке. Вот и все. Теперь все у вас будет быстро кататься. С этой стороны делаем все то же самое, но сейчас я вам это не буду показывать, потому что уже ролик идет достаточно долго. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, если хотите, чтобы я продолжал делать различные инструкции по пенни. Всем пока!